Всем подписчикам большой привет! Я сейчас вам хотел продолжить тему про заготовку продуктов из облепихи. По упрощенному варианту, я из облепихи, не оббирая ее с веточек, и у меня есть одно видео, как заготавливают облепиху с веточками, имею соковыжималку, которую еще приобрел очень давно. Это советская соковыжималка ручная, которая имеет стакан вытаскиваемый и ручной отжим, то есть механизм ручного отжима. Технология очень простая. Веточки, прям с ягоды веточки, загружаются в эту самую соковыжималку, укладываются достаточно плотно. Вот такими кусочками они режутся. Веточки, то есть ягода с них не обирается, а закладывается прямо в соковыжималку. Можно полностью набивать ее. Вот я загрузил соковыжималку и отжимаю вручную сок. Рукоятка, удобная рукоятка, прям усилием всего туловища. И для полноты отжима я просто поворачиваю стакан этот. Вот полностью отжатая порция сока. Этот сок выливается в банку подготовленную. Банка стерилизованная. Вот видите, какая порция сока получилась. То есть я полностью заполнил эту банку для последующего хранения. Стакан со жмыхом. Вот он, жмых. Я освобождаю с помощью вилки. Вот. У меня получилась еще куча жмыха, жмых с ветками, который потом дальше, в дальнейшем, я использую для приготовления облепихового компота. Компота, и можно вываривать еще из этого жмыха, получать облепиховое масло, сверху оно собирается. Но я сделаю компоты, то есть полностью перерабатывается вся ягода. Для того, чтобы у нас облепиховый сок не портился, я применяю технологию вакс. Это банки с винтовыми крышками. Крышки вот такие вот специально. Есть плоские, а эти завинчивающиеся. То есть они поджимаются. После того, как порция сока выжата, я с помощью насоса откачиваю из них, из этих банок воздух. Видите, идет выделение воздуха, то есть он вспенивается, и воздух удаляется из этой банки. Затем вот эту откачанную банку помещает просто в холодильное отделение, обычное холодильное отделение. И потом уже на холодную можно будет еще раз углубить вакуум, то есть еще раз откачать, когда она будет охлаждена. В таком состоянии, в таком виде эти банки с соком сохраняются полгода и более. Почему? Потому что очень много кислоты, и кислота консервирует сам сок. Он немножко потом расслаивается, но перед употреблением просто его перемешиваете и используете как полноценный сок. Вот такая технология простая, безотходная, очень упрощенная. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.